Приветствую вас. Меня зовут Роман Дусенко. Я бизнес-архитектор. Я помогаю собственникам бизнеса с помощью стратегических сессий взглянуть на бизнес и команду с разных сторон. Обычно мы работаем над тремя наиболее важными составляющими любого бизнеса. Это несовпадение людей по ценностям, проблемы взаимоотношений в команде и отсутствие общего видения. Работа на стратегической сессии над этими составляющими помогает команде вырабатывать единые и разделяемые всеми решения. За последние 2 года я провел больше 100 стратегических сессий. Меня чаще всего приглашают для решения следующих проблем в компании. Первое. Когда не достигаются поставленные цели. Второе. Когда нужно найти решение для вывода бизнеса из кризиса. Третье. Когда меняются ключевые руководители. Четвертое. Когда запускается новое направление. И пятое. Когда необходимо найти идею, вокруг которой должны объединиться топ-менеджеры и команда. На первый взгляд, эти проблемы могут решить и сами собственники. Но это не так. Они видят их только со своей стороны. Для принятия правильных решений необходимо видеть всю картину в целом. Правильное видение ситуации – это одна из ключевых проблем, с которой сталкиваются собственники при принятии решений. Что в этом случае необходимо делать? Для решения этих проблем я предлагаю вам использовать стратегические сессии. Это крайне эффективный инструмент, многократно проверенный мной на практике. Еще раз хочу проговорить проблемы, которые гарантированно решает стратегическая сессия. Поставленные цели не достигаются, и это не мотивирует команду. Бизнес находится в кризисной фазе, и нужно найти правильное и быстрое решение для вывода бизнеса из кризиса. Меняются ключевые руководители, и нужно быстро включить их в работу. Запускается новое направление, и нужно учесть все факторы, чтобы минимизировать риски. Нужно найти идеи для того, чтобы сплотить команду. Кроме этого, стратегическая сессия создает вовлекающую среду в компании, повышая лояльность и создавая мотивацию сотрудников. Приведу вам пару примеров из моей практики. Компания поставила себе задачу совершить рывок в бизнесе. До обращения ко мне она сформировала план продаж на уровне 3 миллиардов рублей в год. Мы собрали ключевых руководителей на стратегическую сессию и в течение 2 дней с помощью методик дизайна и креативного мышления получили в среднем по 2-3 прорывных идеи на каждого участника, которые после последующей обработки сформировали новый план продаж больше на 1 миллиард или с 30% прироста. Причем мы получили новый, выполняемый и, самое главное, разделяемый всеми план. Еще пример. Компания имеет большую филиальную сеть и выводит на рынок новые продукты и услуги. Задача сделать руководителей филиалов амбассадорами внедрения этих новых продуктов. На стратегической сессии с главами региональных филиалов мы выработали те условия, при которых эти продукты становятся для них важными. Каждый смог высказать свое мнение, и в результате командной работы были найдены подходы к мотивации регионального персонала. Эти подходы позволят не просто внедрить новые продукты и услуги, а помогут сфокусировать внимание персонала и сделают эти продукты главными направлениями текущего бизнеса. Решения, найденные в ходе стратегических сессий, это сформированные инициативы команды, которые они разделяют, считают своими и мотивированы реализовывать и бороться за них. Я помогаю своим клиентам с помощью стратегических сессий создавать уникальное конкурентное преимущество, вовлекающую среду, которая позволяет максимально быстро и эффективно реализовывать выбранные решения. Создание вовлекающей среды – это решение большинства вопросов, связанных с мотивацией, привлечением и удержанием лучших сотрудников вашей компании, которые являются залогом роста прибыльности вашего бизнеса. Оставьте заявку или просто позвоните нам. Мы проанализируем вашу ситуацию
и предложим максимально адаптированную для вашей компании стратегическую сессию для решения стоящих перед вами задач.